Здесь тебя судят не потому, кто ты есть, а потому, с кем ты тусуешься. Осторожней, Пупсик! Так ты пригласишь Рокси еще на свидание, или так и будешь сохнуть по ней до выпускного? Если с этими ребятами моя жизнь станет проще, я буду делать все, что положено, пока не уеду отсюда. Но ты учти, первым у нее был я, старик. Поверь, когда-нибудь они взорвутся и очень пожалеют об этом. Я думал, что справлюсь сам. Эй, что у тебя с лицом? Я должен тебе кое-что сказать. Там в сарае кто-то есть. Ну все, засранец, тебе конец. Не надо, подожди, дедушка. Оно меня убить хочет. Да ну, ты шутишь. Клянусь, там кто-то есть. Ладно, тогда показывай. Поглядим на твоего монстра. О, черт! Слушай, ты хоть понимаешь, что это значит? Можно ведь использовать эту силу. Что? Чтобы больше над нами не издевались. Ты чокнулся? Ну я же говорю не об убийстве, просто пусть поплатятся. Это не подарок и не оружие. Это опасно. Я ведь твой лучший друг. Смотри, что они сделали. Черт, что происходит? Домер, а что в сарае? Заходи. Что, блин, в этом сарае? Подсобка дьявола.